Spine Tour – это группа компаний в Испании. Продажа недвижимости и бизнеса. Всем привет! 30 января. За бортом градусов 20 уже. Первый час дня. Хочу вам показать сейчас репортаж, если получится, из магазина Mercadona. Испанская сеть магазинов. Заезжаем в парковочку. В каждой Меркадоне есть своя парковка. Практически в каждой. Но есть и без нее. Парковочка, парковочка, парковочка. Опа. Мяу. Далеко. Водитель у нас неопытный. Нажать на кнопку не подъехал так, что нажать на кнопку нельзя. Открылись ворота. Вот она, кнопочка была нажата. Поехали. Парковочка, парковочка. 30 января. На улице теплынь в Аликанте. Просто счастье какое-то от этого солнышка, от синего-синего неба. Паркуемся. Пошли в Меркадону. Может, удастся мне вам поснимать, почем и как там продукты питания. Попробуем. Пешочком проходим до указателя и двигаемся по направлению красной стрелочки. Это для тех, кто совсем на паровозе. Смотрите, сколько стоит оливковое масло. Целую канистру можно купить за 12,99. Классная колбаска вот эта. Поднялась цена. Очень хорошая колбаска, вкусная. Вот эту колбасу берут все. Макси называется. Огромная, за 4 евро. Упаковка сосисек стоит евро 35. Мы сегодня хотим поделать гриль на море. И выбираем колбаски. Вот такая упаковочка стоит 2,38, допустим. 2,35. Какую бы ты взял? Готовая, да? Так. Бери побольше. Такие колбаски есть, смотрите. Евро 95. О, какие морщеные. По еврику. Мяско порезанное. Ягнячье. Мясо все свежее, все абсолютно свежее. Нет ничего здесь перемороженного. Уверяю вас, свининка, вот смотрите, 2,94. Пойдемте дальше посмотрим. Мясо показал вам примерно. Да, еще жир, смотрите, стоит сколько. Ты думаешь? Че? Ребрышки? Ну да, почему нет? Бери, конечно. Вот упаковочка ребрышек. Они не порезанные, кажется. Их резать нет, надо. Не порезать. Давай возьмем. Проблема в чем? Они сделаются на гриле, на маленьком. Да. Ну, конечно, сделаются. Конечно, сделаются. Вот они две. Раз, два, и они тоненькие.
девчоночка дорогая. Продаются также наборчики, смотрите. Вот, допустим, наборчик, камон. А вот наборчик для супчика полный, €90. В общем, такая вот фигня. Допустим, куриные косточки с мясом стоят €42. Это свежие. Курочка 2,62, 2,41. Наборчик 4,99. Вот такие пироги. Котлетки различные 2,20. Меркадона, в принципе, не такой уж дорогой магазин. Так, мне надо взять фаршика. Говяжий фаршик 700 грамм. Я беру всегда меша. Вот. 5,20. Возьмем. Различные котлетки. Сколько стоит у нас курочка? 4,53 большая. Видите? 2 килограмма одна курица. Цены, конечно, поднялись. Она была порядка 3,90, 3,5, так вот, около €80 за килограмм. Повысилась цена на топливо и поднялись цены. Ну плюс, вот 2,30 сейчас стоит. Различные вырезки и так далее. Вот такой сырок, популярный, с плесенью, еврик. Вот это Филадельфия, достаточно приличная, как бы, помазанка на хлебушек, интересная такая, недорогая. Сырки, сыры, конечно, не дешевые в Испании, скажу вам честно. Ассортимент огромный, все снимать не могу. Выбор спиртного огромный. Испанские вина вы все знаете. Прекрасное вино можно купить за пару евриков. Тинто. Очень неплохое вино, свеженькое. Его с удовольствием люди пьют. Что интересует серьезных мужчин? Когда ко мне приезжали недавно русские, они закупали вот эти. Вот эти вот напитки по 8, 10, 15 евро. И просто-напросто пили литрами это все. Конечно, у себя дома. Посмотрите. Какой хороший напиточек, легенький. Я не употребляю спиртного давно, поэтому это не мой отдел. У мартини известно, что из испанского здесь. Из испанского я привозил в подарки. Значит, я привозил в подарки, сейчас вспомню. Мохито. Какой-то ром за 10 евро я привозил, очень хороший. Не помню уже даже, как называется. Вот он. Вот этот вот Торрес 10-летний, очень хороший напиток и стоит всего 9,95. Стоил 8 он буквально пару лет назад. Чуть-чуть цена поднялась. Зачетный, просто зачетный напиточек. Торрес десяточка.
Ну, в общем, вот так вот вкратце. Не могу долго снимать. Арестуют нафиг. Различные. Посмотрите. Консервы. Пойдемте дальше. Смотрите, Тинто Верано евро 30 стоит за литр. Смотри, какая большая канистра без алкоголя. Син алкоголь. А вот этот Дон Симончик. Очень хороший напиток, великолепный. Без алкоголя. Вот этот напиточек просто потрясающий, который в жару пить очень приятно, просто бомба. Он есть лимон и другой различный, очень хороший. Он немножко газированный, так приятно пьется. Различные шампанское. Цены. Видите цены? Ну, самое такое дешевенькое. 2 еврика. Евро 65. Ну а приличная уже 4,50 стоит. Не могу я вам снимать всю Меркадону. Уже нам надо бежать. Мы сегодня будем делать гриль. Вот смотрите, какой большой, большая упаковка, евро 15. Один кусочек стоит 45, а три хлеба вот стоит, целых три в одной упаковке, евро 20. Ну, в основном по еврику их, я помню, скидывают. А вот, вот еще такой еврик. Целых 3 штучки. А ты вот этот не хочешь взять, да? Тот взял. Хорошо, идем. Молочко 55 центов и выше. Различные. Есть очень хорошее по евро 12. Ну, от 55 центов. Различное пиво. Смотрите, самое дешевое у нас было 30 центов за баночку. 30 центов, а сейчас оно, махоу. Вот, а сейчас оно. Ну ладно, не буду я, некуда мне разбираться. Это самое популярное пиво в Испании, Амстел. Его пьют все. Амстел 4,88 стоит упаковка с 12 штук. Считайте сами. Да, иду. Выбор, ну, скажем так, вот он весь выбор. А, вот это еще популярное. Меня как-то спрашивали, вот это самое дешевое пиво, стоило 55 центов. О, поднялось уже. 65. Нифига себе, на 10 центов поднялось. Его пьют все. Ну, в общем-то, это, можно сказать, и не пиво, честно скажу. Ну, все пьют. Это Амстел литровый, тоже очень популярный.
бутылки выкидывают люди здесь. Выкидывают на улице, на природе. Стекло не принимают. Как-то был вопрос, я уже отвечал. Стекло не принимают в Испании. Совершают большую ошибку, потому что иначе бомжи собрали бы все стекла и все бы сдали. А так часто встречаешь, что бутылок после посиделок каких-нибудь там марокканцев, еще где-нибудь на полях брошенных там, ну как бы оставляют посуду. Цыгане тоже бросают, свиньи. Вот, ну вот так вот, короче. Пошли на кассу, все, нам надо уезжать, срочно. Тут же есть меркадоновские различные морепродукты. Все, что хотите. Косметика, все, что хотите. Вот так, дорогие друзья, наш репортаж по Меркадоне закончился. Это маленькая Меркадона, она находится недалеко от моря, вот там за забором. Вон, видно, порт уже. Это мы просто были рядом и поэтому в нее заскочили. Рядом с Меркадоной практически всегда продают лотерейные билеты, сидят бабульки или инвалиды. Подписывайтесь на мой канал, ваш видеоблогер Сергей Язовский, который рассказывает вам все о городе Аликанте и Испании. Берем чек. Вот так подставляем к меркадоновскому счетчику, сканеру, и просто выезжаем. А теперь уже точно конец этому репортажу. Подписывайтесь на мой канал и всегда будете в курсе всех новостей. Солнышко. Дай бог, сейчас появились у меня помощники, и мы будем выпускать вам еще новости озвученные. А потом расскажу, я уже открыл плейлист новости из Испании. И смотрите за моими плейлистами. Они все расположены в канале. То есть, когда открываете мой канал, и сверху вниз идут все плейлисты. Что касается недвижимости, я не могу выкладывать все варианты, которые имеются в наличии. На все эти варианты делать видео. Поэтому имейте в виду, что там просто образцы репортажей. Все остальные заказы присылайте на e-mail. Что и как вы хотите. Где удаленность от моря, жилья. Квадратура, абсолютно все. Пишите все на e-mail. Всем удачи. Пока теперь точно. Adios.